Здравия, други! Сегодня хотим рассказать вам о том, как можно использовать сигнал охотника в целях защиты своего лагеря. Нам понадобится сигнал охотника, темляк или браслет, или просто клочок паракорда, который у нас у каждого, само собой, есть, и моток изоленты. В этой ситуации изолента желательно зеленого или синего цвета, не такого приметного, но у нас вот такая тут. Итак, мы с вами поставим на подходах к лагерю растяжку с сигналом охотника. Значит, что мы будем делать с вами? У нас есть уже сигнал охотника, есть природное какое-то либо дерево, либо пенек, либо еще что-то. Нам нужно прикрепить сигнал охотника к этому пеньку. Крепить будем при помощи изоленты, когда найдем конец у нее. Закрепить сигнал охотника на пеньке, на дереве, можно вбить колышек, то есть на чем-то его укрепить. Приматываем понадежнее, чтобы он не отпал самоходом, никуда не делся. Проверяем, держится хреново. Приматываем мощнее. Если вы не хотите покалечить сразу же того, кто там к вашему лагерю крадется, можно вбить колышек и направить его в сторону. Дальше берем паракорд. Как всем известно, в полезном паракорде имеется 7 жил внутри. Либо можно использовать нитку, леску, которая в назе у нас есть. У каждого из нас есть наз, в назе есть леска. Ну, либо браслет того же с паракорда точно у всех есть. Конец нитки закрепляем на спусковом механизме сигнала охотника. Проверяем, чтобы это все было надежно. Так будет ненадежно. Например, завяжем. Проверяем на холостом ходу. Срабатывает. Замечательно. Натягиваем. Учитываем то, что нам понадобится для взведения немножко хода у того конца, поэтому как струну натягивать не нужно. Либо можно все это дело сначала взвести, лучше, конечно, именно таким образом. Закрепляем, получаем обычную растяжку. Дальше. Заряжаем сигнал охотника. Вспоминаем технику безопасности. Делаем все аккуратно, чтобы наша клешня не улетела вместе с зарядом. Взводим. И спокойно отправляемся спать. Спим. Выключай. Наступает ночь. К лагерю прокрадывается злоумышленник. Не пауза.
злоумышленник обосрался, наклал кирпичей и побежал в обратную сторону. Но как я не злоумышленник, крался я в свой лагерь, поэтому кирпичей-то я наклал, а бежать не буду. Вот таким образом ставится сигнализация. Если вы хотите, чтобы покалечило злоумышленника, ее можно направить в сторону, как бы, где натянута растяжка. Но я бы этого делать не советовал, потому что мало ли что. Все, всем спасибо, до свидания.